Так что, всем приветище! И мы едем осенней замечательной погодкой на гору Парупаш. Ура! Круто! Погода огонь, настроение огонь. Домчали на этот раз с машиной поддержки в виде Мурана и прицепа. Там бензин, там еда, там все. Оставили ее вверх Мути. Собственно, мой мод был там, ребята ехали на своих сами. И сейчас, сгрузив его, едем уже чисто на мотах с полными баками, с не супер тяжелыми рюкзаками. То есть вообще кайф, вообще по идее так катать, конечно, удобнее. Гора Парупаш, это где-то вот те скалы. Алтайцы хозяйственные, у них тут и барашки, и лошади. Все у них тут. Мы потихонечку, аккуратно, никого не пугая, никому не досаждая, движемся очень спокойно, с заботой и любовью к природе. Все-таки люди здесь живут, работают. И тарахтелки лишний раз их, я думаю, будут только напрягать. Это нам в кайф. Так что везде, где катаете, нужно очень сильно уважать это, очень сильно ценить, относиться с большим уважением к природе, к местам, к людям. То есть только так. Никакой агрессии, никакого чудилова, где люди рядом находятся, скот и все такое. Это обязательно всем. Все, едем, собственно. Классные места. Осень, конечно, красивая пора. Не жаркая. Один небольшой минус. Дни коротковаты. Подъемчик небольшой на перевале. На первом у нас будет стояночка небольшая с перекусом. Все же от Солонежного мы катим уже около 2 часов. Так что сейчас перекус и дальше. Были мы тут 2 года назад. Был я еще на Экзере. Очень сильно хочется попробовать на этом моте. Стоянка и нам туда. Камней дофига. И будет постоянный такой подъем. Ну, сыро-сыро. Камушки будут очень веселыми. Короче, катим. Все отлично. Сыро. На камере не видно, но немножко приходится даже поднапрячься. Объезд. Конечно, подвеска решает здесь, да, намного приятнее, хоть на жопе, хоть стойке. Настоящие парупашские камушки. Прям красивенькие, прям как надо, прям как ждали, как любим. Зацеп, короче, так себе, на балансе. Просто это то место, где мы 2 года назад немного пострадали, конкретно я попадал здесь, руль согнул баранкой. Во-первых, все заложили камнями, то есть трамплин тут теперь не такой ответственный, здесь камни внизу. Вот,
Во-вторых, мод другой, скилл другой. Ну а горка, она в принципе-то есть, как бы снизу-то вот она. Ничего такая, камушки приличные. Ну круто, прошли, дальше вообще лайт. Вот она, осенняя красота. Дорога на Паралпаш. Наши моты, приключения. Отлично все, катим. Короче, камушки серьезные, но на камере ни черта не видно. На изи просто проходится на этих мотах. Я покачу. Опа. Прыг, скок, залипок. Хорошо, что давление дунул, прохерачить можно просто в отвесные, в ребро, прямо в острие скалы. Короче, прикольно. Сыро, классно. А что это ты решила спасть? А, ловушку сломал, нифига. Прикол. Так, надо натянуть. Тогда надо натянуть, иначе она будет спадывать постоянно. Вот первые приключения в виде поломочки. Минус ловушка. Ее, к слову, нет совсем. Под корешок. Где-то я ее похерил, без понятия. На каком из миллиона, миллиарда камней. Их тут много, прикольно. В стойке их идти хорошо, но пеги немного низковатые, ноги сшибает. Ладно, одеваем, натягиваем цепь и дальше. Копнул дальше и нашел ловушку. О, да мы сейчас все починим. Шутка, конечно. В общем, она здесь, но не там, где должна. Короче, починил почти. Тут вот-во. Вроде едем. Она похрустывала у меня пипец как. Вот, кстати, мы уже почти выходим на плато на это. Да, не шуточки. Все же, как ты себя не чувствовал уверенно, кайфово. И был уверен и в себе, и в моте. Но сюрпризы, они всегда случаются внезапно, неожиданно, непредсказуемо. И когда ты находишься в столь далекой красоте, иной раз задумываешься о вообще жизненным мелочам, таким вот природным, благодаря которым мы, собственно, здесь находимся, едем. Спасибо, природа, что принимаешь. И, собственно, вон он, шурф справа, Паралпаша. Вот они. Вот это красота сейчас будет. Собственно, когда-то здесь люди работали очень серьезно. Труба. Вот такая атмосфера здесь, как будто другая планета. Прикольно. Камни, скалы, очень красивые, живописные. Настроили тут заборов даже, слушайте. Опять же, из бревен. Вот это они тут мастерили это все. Просто бревнами. Сухими вот этими горельником. Нормально так. Основательно выглядит. И, в общем-то, в 2018 году, находясь здесь, мы уходили вниз по горельнику.
там хозяйство внизу, болото там. И, собственно, ездили вон на то озеро. Сейчас, наверное, на камере плохо видно, но озеро было там. До него мы доходили пешком, то есть до него, конечно, не доехать, там россыпи. Сегодня наша цель, то есть штольни, шурфы, справа мы туда обязательно заедем. А сейчас наша цель найти деревню. То есть, когда здесь велись разработки, здесь жили люди. Так что ищем эту брошенную, заброшенную древнюю деревню. А там, возможно, что-нибудь интересное будет. И вообще, маршрут уже, так сказать, немного другой. Цель маленько другая. Но вообще здесь очень антуражно, да? Как будто прям, как я в прошлый раз говорил, как будто здесь Баба-Яга живет. Ворота такие. Куча горельника. То есть здесь лес когда-то давно горел. Вот какой-то отвилок. Но похоже на какую-то тропу. Может, древнюю дорогу. Едем, смотрим. Чё, Мих, есть идея, где она может быть, предположение? Может быть, она ниже подходит. Может, ниже немного. Но надо посмотреть. Ищем, ищем дорогу. Троп куча, непонятно, дороги это, не дороги это. Вот это точно какая-то дорога. Едем пока. Здесь видно, что широко, да. Дальше едем или нет? Сделали разведку дроном, посмотрели дороги. Нету дорог, есть только направление, как обычно. Надо как-то изобретать. То есть дороги, тропы, они тут только такие. Других вариантов нет. Была бы у меня исправная ловушка и цепь, чувствовал бы себя немного поувереннее. Потому что иной раз боишься прыгнуть, открыться, может цепь слететь. Короче, согнул я и звезду, и, по-моему, цепь маленько гуляет. Дидовская, супер дорогая, сальниковая. И ловушки нет еще. Но, тем не менее, раз-раз и подходят какие-то пути. И можно опять двигаться чуть-чуть быстрее. Вообще, по рассказам, по нашим разведкам, мы движемся правильно. Просто это не так близко. Коптер даже пустил на 1,5 километра почти, и деревню видно не было. Но направления те.
Дорога — это хорошо. О, правда, дорога. Все-таки это была не тень, это была дорога на дроне. Вот она, дорога есть, вот объезд. Еще ворота какие-то, и там какое-то животное прошло. Красивая скала, давай. Офигенная скала. Вот это вид. Как красиво-то, да? Ветром и дождем как поработали здесь. Стоять и не падать. Вот к такой скале подъехали. Супер красивой, необычной. Круто достаточно здесь. Подъем хорош. На заднем костям. Все, еще один тут. Маленько поснимаем, посмотрим, вылетаем и вверх дальше. Вот такой вот он, живописный Парулпаш. Скалы офигенные, красивые. Полетали, поснимали. Катим дальше, наша цель еще не достигнута, а время уже совсем немало. Так что едем, наслаждаемся осенними видами, дикими, красивыми, эндуро приключениями.